про райское наслаждение у нас здесь что-то будет явно. Настолько у нас эти образы с реклам застревают в головах, естественно, что мы потом с трудом воспринимаем все эти слова, фразы по-другому. Мияги и Эндшпиль. Баунти трек называется. Найман. Продакшн. Нурбей Мурат. Музыкальный продюсер. Отлично. Давайте посмотрим, что нам предлагают ребята. Как будто бы это у нас что-то должно быть динамичное, да? Что-то динамичное, я так думаю. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну, то есть обычно у нас же что-то какая-то, может быть, мелодия такая грустная, да, минор какой-то, а здесь может быть у нас что-то яркое. Хочется верить. Слушай внимательно. Качество должно быть на высоком уровне. Погнали. И текст должен быть, и посыл какой-нибудь. И вроде как положительная, да, история. Мимо пролетают чайки, да, да. И кажется, тут я еще не был. Вспоминаю вечер, я молод и светел. Придает сил твой образ, тверкают волны в голос. Угораю под пальмой, здесь и сейчас растворяюсь. Красочный стиль, столь поздний час, но мы мечтали об этом. Тупо не до сна. Эй, отзовись, иди на дым. Кольца летят в облака, ты улыбаешься мне, смотри-ка. Трип, Баунти, остров любви. Кричу тебе на помощь, словно гамаке как овощ. Танцы до зари, признание в любви. Она зову тебя на помощь, снова на. Я бы не узнал тут Эндшпиля. И почему же нам не скучно? Все потому что мы растворяясь в куражи, где разбиты будет собран улыбки, блески в коллажи. Кадры истории знаем, ветер не вывозит, поддержи. Открываю душу двери, бежим, 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 бежим. Небо на шортах и солнце. Вот это прям сильный куплет. Я еду гораздо сильнее. Под пальмами плодится роста. Мы молоды, 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 молоды. Мы молоды, 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 молоды. Острова Баунти люди задвигались, полон любви, этот архипелаг. Вот видите, насколько хорошо бриги заходит. Кричу тебе на помощь, слег на гамаке как овощ. Танцы до зари, признание в любви. Опять забудь на помощь, снова на гамаке как овощ. И почему же нам не скучно? Все потому что очень необычное исполнение от Эндшпиля. Мы молоды. Очень необычное исполнение. Мы молоды. Как будто такой, да, тембр вниз ушел куда-то у нас. Мы молоды. Рабочая история. Вот смотрите, да, вот только что разбирали песню, говорили по поводу совершенно другого жанра. Но говорили про разнообразие. Вот, насколько ребята разнообразно умеют делать, чтобы песня была живой. Мы послушали песню, которая длится 3.20, и она при этом звучит динамичнее, чем песня, которую мы разбирали до этого, которая длится 1.36. 1.36, представляете? И, тем не менее, да, эта история звучит динамичнее. Бриджит,
предприпев и припевчик, да, максимально. Очень хорошо разбавлен здесь. Но тут ситуация следующая. Мияги тут максимально фирменные, узнаваемые, понятные, кочевые, вайбовые. Эндшпиль звучит для меня странновато, я бы его тут немного не узнал, какой-то глуховатый голос в моменте. Ну вот это просто уносит тебя и все, да, вот эта история. Просто тебя уносит и звучит все хорошо. Классические мияги как бы тут интереснее звучит вот с этими репетативными вещами. Вот здесь вот эта история, да. Бежим, 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 да, все. То есть он прям нас закручивает на танцы-сланцы, в общем, овации, да. Здесь бриджик тоже очень хорош. Предприпев, припев, аутро, все. Настолько ребята сделали разнообразно и живо эту песню, что ты действительно начинаешь чувствовать запах бриза, да, и ты начинаешь топтать песочек, да, потихонечку. Или как овощ лежать в гамаке. Угу. Ну, хотя нет, под такую музыку вряд ли, наверное, тут скорее будет происходить то, что на облоге происходит. Обложка, конечно, полностью соответствует. Действительно, это какая-то не минорная тема. Это отличный бит от Наймана. Спасибо большое. Подходит все сюда. Отлично звучит. Все круто. Серьезный хит. Серьезный летний хит, который максимально актуален ко времени. Мне кажется, все супер. Летний вайб. Да, я говорю, аж запахи начинаются. Что-то. Музыка же создает, она создает восприятие, определенную призму восприятия вещей. Как положительную, так и отрицательную. Соответственно, ты можешь даже вплоть до там чувствовать звуки какие-то, там, хоть не знаю, там шум моря, океана ты можешь слышать, да, какой-то звук, запах ты начинаешь дополнительно улавливать. То есть ты прям находишься в атмосфере, прям полностью в нее закручиваешься, это возможно. Музыка — это прям круто. Обложка по запросу, люди. Ну, обложка, ну, максимально, так сказать, стоковая, да, то есть ничего она нам не несет, она несет просто настроение. Мы в номинацию не возьмем 100%. Музыка хорошая, 100%. Отличная, яркая такая R&B-шечка, немного закрученная под фирменную рагу, немножечко совсем. Да, такая поп R&B и рага. Дом-бо-дом-дом-дом-бо-дом-дом. И все, да, и пошла жара. Хорошо прям, интересно, правда. Смена голоса от Энди. Ну, честно говоря, не очень. Давай вот еще раз заценим вот это начало, да? Мимо пролетают чайки. Вот это, да? И кажется, тут я еще не был. Мимо вспоминаю пролетают. Вечер. Я молодый светел. Придает сил твой образ. Тверкают волны в голос. Угораю под пальмой, здесь и сейчас растворяюсь. Красочный стиль, столь поздний час, но мы мечтали об этом. Тупо не до сна. Эй, отзовись, иди на дым. Кольца летят в облака. Ты улыбаешься мне, смотри-ка, трип. Вот это кайф. Остров любви. Пош! Кричу тебе на помощь. Словно гамаке, как овощ. Танцы до зари. Признание в любви. Она забудет на помощь. Снова на гамаке, как овощ. И почему же нам не скучно? Не, вайбит, да, вайбит. Все потому что мы молоды. Да, да, просто непривычно. Я бы не узнал. Я бы не узнал. Работает ли эта песня? 100% работает. Да. Очень хорошо, что от Мияги тут есть еще и бридж. Вот эта история, чтобы не было такого, что как бы песня Эндшпиля, вот много партов от него, да, куплет, бридж, предприпев, припев, потом там кусочек от Мияги и снова там Эндшпиль, 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 да, тут еще аутро от него. То есть все-таки это разбавлено и превращено несколько в фит. Хорошая песня, хорошая. Хорошая рабочая песня, кочевая, 100%. Мягкая, погружает в атмосферу, ну хит, это хитовая песня, без вопросов. Опять, да, вот интересный момент. Часто Мияги поет про панду, да, когда есть Эндшпиль. Ну, и понятно, что Энди панда. Но, тем не менее, все-таки как будто бы... Это же все-таки разные, да, образы от артиста. Так. Опять, к сожалению, да, у нас нету тех, кто сводит, поэтому здесь у нас... Ну, мы, в смысле, пока не ведем учет этих людей. Я думаю, Дим, когда начнем вести, наверное, начнем просто вести с того момента, когда начнем. А не так, что там все эти тысячи треков опять проставлять, знаешь, это, ну, прям... Начнем, когда просто начнем собирать, так сказать, и рейтинг дополнительный, и все. Это будет... Хотелось бы на самом деле, блин,
хотелось бы тоже вести учет людей. Сразу будет понятно, да, там высокий. Ну, хотя тоже он может свести хорошо, а трек будет руина, да, и баллы будут так себе. Ладно, я думаю, сейчас мы готовим верифицированных пользователей на сайте. Да, потом сделаем, короче. Надо ввести уже, потому что, ну, куда это? Надо ввести, в общем. Может быть, здесь на верхнюю строчку дизайнеров введем. Посмотрим. 5 баллов, 100%. Структура ритмика. Ну, я не знаю, что тут можно добавить, что тут можно сделать. Максимально разнообразные парты. Мало того, что внутри самих партов трека разнообразие отличное. Что в куплете от Эндшпиля, что в куплете от Мияги. Более того, все эти бриджи, постприпевы, бесконечный аутро, все это и как чередуется, это очень круто. Максимально чувствует музыку. Но самый сильный парт — это вот припев от Эндшпиля и куплет Мияги. Потом уже все бриджи, постприпевы и там куплет Эндшпиля. Ну, лично на мое восприятие, да. Трендовость, актуальность жанра. Легкая R&B-шечка максимально. Не знаю, что тут может быть. Не знаю. Индивидуальность и харизма — 9 баллов. Я поставлю 9. На мой взгляд, не совсем понятно. Мне, по крайней мере, смена голоса Эндшпиля привычнее. Может быть, он застелил бы своим, да, классическим, вот как Мияги сделал. Было бы интереснее. Так его тут очень много, поэтому 9. Вот, по тексту. Хорошо, легко, в рамках жанра. Мол, ты светил образ тверк. Тверк. Вот, представляете, да, мы услышали. Мы услышали, наконец-то, от Мияги Эндшпиля тверкают. Ну, как бы слово не совсем в тему, да, этих артистов, так или иначе. Как будто бы оно вообще далеко, далеко от них. Но вот мы это услышали. Реализация стиля. Здесь 10-100%. Реализация стиля. Хорошо, сведено, ярко, целостно, чувствуется все. Там без баллов можно. Я думаю, как у продюсеров будет та же история. Как у продюсеров. Тоже у них баллы за трек, то же самое. В смысле, не тут мы оценивать будем, а просто у них, ну, баллы за трек просто у них будут идти и все. У тех, кто сводит. Сейчас, по тексту еще. Молодый, кричу тебе на помощь. Или какого же баба? Девяточка, да, вполне себе. Угу. Реализация стиля. 10 баллов. Трендовый сектор — 5 баллов. Хит мейнстрим. Да. Обложка — нет. Хорошая песня. Спасибо большое. Очень сильно. Хитовая песня. Хитовая легкая летняя песня. 100%. Вы можете зайти и высказать свое мнение по этому поводу. По этой песне. Вот сюда. Будьте аккуратны при регистрации. Указывайте нормальные вещи. Вот это добавленные релизы. Можете вот спуститься сюда вниз. Зайти в эту историю, да. И оценить. Вот видите, она номинирована на хит месяца. Ознакомьтесь с критериями. Напишите нормальную причину регистрации. Все вручную одобряем. Комментарии и регистрации для того, чтобы не было беспорядка и мусора здесь у нас. Вот. Текст комментария также, да, до 3500 символов. Другие релизы артиста можно оценить. Артистов, да, вот, пожалуйста, все они тут есть. Можете зайти в карточку Эндшпиля, можете зайти в карточку. Тут вот оценивали наши. Сон вообще 20 оценочек, да, есть. Здесь тоже Хаттори, да, оценено все это. Временно 4, да. То есть, ну, все треки оценены нашими зрителями, в том числе уже комментарии написаны, соответственно, и сюда можете зайти, в Мияги тоже. Вот здесь, да, оценки, в принципе, да, достаточно такие хорошие. Сильная работа. Сильная работа от ребят получилась. Наивысший балл. Ну да, потому что обычно трендовость, да, не тащит. А здесь у нас наконец-то легкая история с тверканием. Поэтому тут сейчас обложечка у нас появляется. Да, вот она, обложечка появилась. Можете заходить, оценивать, но без оскорблений, без матов. Конструктивная критика, пожалуйста. Негативное, положительное, любое мнение. Но главное — конструктивно и обоснованно пишите. Большие полотна любят у нас писать, грамотно расписывайте. Или небольшие, но конкретику, да, какую-то указывать. Найман тоже у нас здесь. Вот у нас очень много треков его. Ну, не так, чтобы очень, конечно. Но тем не менее, вот они есть, да. Тоже можете оценить, зайти. Выразить респекта. Да.
Так что заходите, да, вот это ЛСП у нас открыто. Вот сюда заходите, друзья. И risazatvorchestvo.com. Естественно, да. Спасибо, хорошая работа, супер.